Евгения Медведева, решившаяся на очень смелый шаг в межсезонье, перебравшаяся в Канаду и первый свой этап гран-при нынешнего сезона, начинающая как раз-таки на канадской земле. 18-летняя фигуристка, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Обладательница двух медалей на играх. Удачи тебе, Женя. Не сделала каскад. К сожалению, был не только срыв, а получается, что этот элемент вообще нет, вообще без нулям. Элемента она. Да, остаться без каскада в короткой программе — это очень серьезная недостача баллов, и в итоге. Какие недостачи? Там их нет. Там просто там по нулям. Я знаю эту элемент. Вот этого не хватит как раз для того, чтобы бороться за самое высокое место в короткой программе. Ну что же, Брайан сам говорил об этом, что они, что у них работа долгосрочная, что они не смогут выиграть все соревнования, и что они будут идти шаг за шагом. Нет, хоть какие-то баллы она получает за сорванный элемент. Показано, что, соответственно, тройного флипа не было. Две галочки означают, что это был двойной флип. И получает всего лишь баллы 8 сотых. Ну, в общем, немного. А Луц? Луц на плюс, да, неясное ребро остается, но оно неясное, оно неверное. Оно неясное, потому что вот я смотрела, например, на тренировке.
На тренировке оно было ребро ближе к наружнему. Не было. Но это тренировки, ребра. Когда нет волнения. Да, на соревнованиях, конечно, я думала, что она это свалит или нет. Мне показалось, что она близко подошла к... Видите? Да, и сейчас в Кисангане я могу слышать, как Женя говорит, да, и Брайан Орсер подтверждает ее слова, да, действительно, все хорошо, так шло, и двойной акселей. Что же случилось? Брайан Луц был хороший, да, она спрашивает, а что случилось? Порой заканчивается программа, и если ты какой-то элемент срываешь, то настолько быстро все проходит, особенно короткая программа, и ты задаешь сам себе вопрос, а что вообще произошло? Ну, что делать? Ничего. Кататься дальше. Кататься дальше. Преодолевать. The scores, please. Больше концентрироваться. Так, ну в конце-то концов впереди еще и произвольная программа. Давай да не нет, конечно. Об этом забывать. А пока надо, зафиксируем баллы. Надо посмотреть. О, она попадает в сильнейшую разметку. Не факт. Впереди еще японка, которая тоже может кататься очень и очень хорошо. Пока вы знаете, 83. Если в прошлом очень важно было смотреть, на каком месте находишься после короткой программы, из-за того, что система была абсолютно другой, и когда ты шестая, наверное, практически нет шанса вырваться, то при нынешней системе, в принципе, есть еще этот шанс. Самое главное смотреть, насколько плотна турнирная таблица.